24 июля рано утром в спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» на большом автобусе прибыли 95 ребят из Луганской Народной Республики. Не только улыбки на лицах, но и блеск в глазах отражал, как долго они ждали этот день. Перед заселением они с интересом рассматривали территорию лагеря. Позже им провели инструктаж, поделили на команды и вручили мерч. Немного отдыха и к делу. Уже в первый день ребята побывали на занятиях преподавателей кафедры русского языка и литературы, математики и прикладной информатики и педагогики. Ведь даже на отдыхе можно и нужно вспоминать пройденное и узнавать что-то новое. В первый день, когда я приехала, было немножко сложно, потому что мы очень долго ехали, но нам выделили час, чтобы отдохнуть. Первый день прошел очень эмоционально. Я в первый же день познакомилась с многими людьми и, в общем, со всем отрядом и большинство людей с лагеря. Дорога в лагерь была сложная, двое суток, но эта дорога того стоила. Мы вот заселились, поначалу было тяжело, но позже вот мы выспались, освоились, и очень круто. Тут очень крутые квесты, очень крутая столовая, очень хорошие корпуса, приятные вожатые. Я за этот короткий период нашел уже себе много друзей и думаю, что в дальнейшем будет больше и лучше. Занятия интересные. Если бы не все занятия, которые проводили, то, наверное, было бы немножко скучно, а так и развиваюсь, и интересно. Также жду спортивные мероприятия, они уже были некоторые. Очень понравилось работать командой, отрядом. Также лагерь посетила проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Екатерина Турилова. Она поприветствовала гостей и пожелала активного и хорошего отдыха. После этих слов ребята еще больше зарядились хорошим настроением, ведь по вечерам их ждали культурно-творческие мероприятия с танцами, песнями и театрализованными постановками, к которым они усердно готовились, как и к занятиям с преподавателями. В рамках этой прекрасной смены у нас запланированы образовательные занятия. В лагерь приезжают преподаватели вуза с разных кафедр. Это и филологи, и биологи, и психологи, педагоги, которые проводят в интересной интерактивной форме свои занятия. Смена продлится до 15 июля. Для ребят запланировано еще много активных и интересных дней. Выезды в Елабугу, знакомство с городом и Елабужским институтом КФУ. Поэтому все самое интересное еще впереди. Кристина Атекина, Универ Новости.